На православном календаре сегодня мясопуст. Это последний день перед Великим постом, когда верующие употребляют в пищу мясо. А в понедельник начнется сырная седмица, или иначе масленица. Во время нее позволено есть молочные продукты, сыры, яйца и рыбу. Это подготовительная неделя перед Великим постом, самым строгим в году, установленным в память о том, что Христос постился в пустыне 40 дней. На его протяжении лишь дважды разрешено есть рыбу – на Благовещение и в Вербное воскресенье. Пасха в этом году выпадает на 2 мая.